не договаривались. Но уничтожать Старс не обязательно. А что насчет моей семьи? Надеюсь, я поставил на правильную карту. Джилл? Бэйри, я слышала, как кто-то разговаривал. О, так ты слышала? Кажется, годы берут свое. Разговор с самим собой – дурная привычка. Разговор с самим собой? Ты в порядке? Что на тебя нашло? Волнуешься из-за меня? Не стоит. Я в порядке. Наверное, этот жуткий особняк действует мне на нервы. Ладно, выйду на улицу и подышу свежим воздухом. Не волнуйся, я подышу свежим воздухом. Грохну пару чудовищ по пути, если повезет.
pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Reaching 30% of pressure threshold. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Thank you.
Вескер? Жил. Ты цела? Я хотела сказать то же самое. Я извиняюсь. Это все, что я мог сделать для защиты от этих странных существ. Понимаю. И все же я рада, что ты цел. Ты заметила? Бэри, он будто не в своей тарелке. Ты тоже заметил? Да. Я присмотрю за ним. Возможно, это вполне естественная реакция при подобной нестандартной операции. Джилл, главная задача — выбраться отсюда. Согласна. В этом особняке еще остались закрытые комнаты, в которые мы не можем зайти. Я как раз искал что-нибудь. Хорошо, в таком случае я вернусь в другой особняк. Я рассчитываю на тебя. Это Брэд. Прием. Отряд Старс Альфа. Прием. Это Джилл. Меня кто-нибудь слышит? Я слышу тебя, Брэд. Прием. Отряд Альфа. Отряд Браво. Неважно. Ответьте. Повторяю, это Брэд. Брэд? Брэд? Это Брэд. Если вы не можете ответить, подайте какой-нибудь знак. Брэд, это Джилл. Ты меня слышишь? Брэд. Черт, сломано.